А я бегу, бегу, бегу за вонючую обезьянку. Ля-ля-ля-ля. Всем привет, дорогие друзья, с вами Дима, Серега, Слава, Питер, Васаби, Скромник, Стаканчик, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Добрый вечер. Всем привет. Сегодня у нас очень крутая рубрика «Какой аниматроник настоящий?». Правила просты, у всех по 10 кп, мы сливаемся с другими NPC и нас должны убить подсрачником. Если пить, кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Так, Сережка сегодня нас ищет первый, поэтому давайте будем разбегаться быстренько. Ну что, Сережка, мы готовы, давай. Все, вам хана. Начинается веселье. Ребят, не палитесь, а то я вас... Да-да-да, Серега сможет вас убить быстро. Так это не... Ага. Уже кого-то убил. Да ладно, так быстро? Все. Так, нет. Димка, это ты? Нет. Нет. Нет, это не Димка. Еще одного убил! Да ладно, вы что так быстро сливаетесь? Ого, побежал, побежал. Да ну, Серега, дай выжить чуть-чуть, я сильно мало NPC пос... Да мало NPC поставил! Это было сильно просто. Хорошо, я тоже беру камеру, давайте будем искать вместе с Сережкой. Серега очень наигранный, ему очень просто это все дается. А я чисто, знаешь, я от фонаря взял это и убил этих челиков. Надо было, знаешь, что Серега мне делать? На крышу бежать и оттуда, как обычно, палить, как ты убиваешь других. Так, так, так. Ищем, ищем. Все-таки мы найдем. Тем более эти пилпаки, они медленные. Надо было мне обезьянку брать. На обезьянке я бы убежал бы. Но ничего, сейчас у нас будет второй раунд. И я смогу затащить. Серега, отстань. На крыше. Они повторили мои идеи. На крыше, да? Я его не выпущу. Серега, я бегу к тебе. Я бегу со всей силы. Я вход перекрыл, он не выбежит. Да тут NPC вонючие, не дают мне пройти. Так, со всей силы приближаюсь. Да меня-то зачем убил, дурачок? Так, подождите, я уже запутался здесь чердак. Вспомнил, сюда надо бежать. Вот, вот это игрок. Кто-то вздохнул. Да ну, тогда я тебя уб... Так, ладно, это был не настоящий игрок. Так, вот здесь у нас чердак справа, насколько я помню. Да, это эта карта. Серега, он на крыше еще или нет? Нет, уже не на крыше, блин. Я знал. Нашли меня. Нашли, Серега. И что, всех нашли так быстро? Нет. Я убил... Вот всех вроде нашли. Я убил троих, чумной. Я убил Тимку, Васаби. И еще какого-то челика. Остался стаканчик. Меня убил Слава-Питер. Хорошо, давайте я буду искать. Серега, бери аниматроников, я еще поставлю, чтобы было сложнее. Ой, это я не то сделал. Сейчас, ребята, мы сделаем интереснее. Серега очень наигранный, вообще нельзя его впускать там, где надо убивать или что-то искать. Он сразу наигранный. Он сразу наигранным становится резко. Сейчас мы еще будем, короче, ставить NPC. Чтобы было мне сложнее вас найти. Эй, ты быстро бегаешь очень. Так, так. Чпонька, вот эта толпа у нас. Ну чё, вы, пацаны, готовы? Да. Камера в руках. Дядя Дима пошел. Ребята, напишите в комментариях, быстро я найду их или нет. Зная Серегу, он будет сливаться с толпой. А, вижу уже одного. Вот это по-любому издалека ходит настоящий игрок. А ну-ка, иди сюда. Нет, подсрачник удачный, но не убило. А ну иди ты сюда. Так, тоже не игрок. Вот настоящий. Нет, это не настоящий. Вот настоящий. А! Блин, показалось, что я... Нет. Вот! Вот, блин, наш ли, но расскажется, что точно игрок, потому что резко поворачивает. А это не настоящий игрок. Ну, Серега, я ж тебя найду. Не найдешь ты. Найду, меня. Найду. Я же психопат. Кабаку тебе. Нет, не кабака. Так, 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 так. А, вот. Блин, а... Так, я, наверное, делаю что-то не так. Столько уже пробил, и ни один из вас не получается убить.
А, так. Ты не угадываешь, что ли? А я сейчас угадаю, не переживай. Вот. Один из вас тут, я вижу, игрок настоящий, его зажали. Да, выходи. Да блин. Может, вы внутри все? Нет. Вот, точно. Вот я угадал, иди сюда. Серега, это ты? Нет. Ну, Серега, скажи ему, что это ты. Да блин, ты чё так быстро убегаешь? Идемте на крышу, по-любому на крыше. Не-не-не. Ах ты, 10 хп умрёшь. Мне показалось, или кто-то тут точно был. Эй, ля крыса, дай убить тебя, пожалуйста. Так. А, ты умер? Понял. Ну, мочи его по жопе с найги. Знаю, Серега, он будет ныкаться. Так. Ну, я же найду Сережку. Серега, у тебя какой аниматроник? Не обезьянка? Ну, нет. Я обезьянку не ставил, потому что если ты обезьянка, то это ты точно. Во. Вот, настоящий игрок, а ну иди сюда. Я знал, что это ты. Это ты, Серега, ну пожалуйста, стой. Так, я еще вижу настоящего игрока. Ну я за Серегой гонюсь. Ах ты, блин. Я сейчас тебе тоже в жопу сделаю ногу. А ну, Серега, ну сколько ты будешь убегать? Сколько это потребуется? Я сейчас немножечко опережу тебя. Как же? Ах ты, блин, ну это было рядом. Да ну стой на месте, что ты ковыляешь потихонечку, ну. Ну это, знаешь, тут не только какой аниматроник, значит, а еще и поймай аниматроника построчем. Здесь не хватает музыки. Ну, блин, ну давай его, давай. Вместе мы будем ловить. Я тебя убью подсрачником. Ну помогите, кто-нибудь ногу сделайте длиннее у меня чуть-чуть. Он специально сворачивает для последний момент. Ну блин, ну стой. Нет, буду издеваться над тобой. Ну нельзя издеваться, ладно, будем других пробивать. Есть, молодец. Хорошо. Серега, ты теперь с нами? Да. Давай вместе, я тебя жду. Будем вместе искать. Я в пиццерии. Давай, я тебя на входе жду. Я внутри уже. Так. Давай этих пробьем. Все-таки я думаю, что из них кто-то настоящий. Нет, это не настоящий. А очки кто-то засел, мне кажется, по-любому. Так, Серега, я с тобой иду. Ого. Да, я так сделаю. Там да, в пиццерии я. Одного. Ого. Ловите в пиццерии, давайте. Нету никого. В толчке нету никого. Мне этот звук так нравится. Да в смысле ты от меня не отстал? Так, кого мы еще не поймали? Чумного. Вот он, в пиццерии. А эти вас побежал. Давай. Я тебя не увидел. А, ты за спиной бегал, наверное, да? Мы еще кого-то не убили, верно? О, Серега, возьми правую кнопку мыши, можно обзор здоровенный сделать. Я знаю. Ого, нифига себе, здесь странно, я не ожидал, что так. А еще ты можешь перевернуть камеру, кстати говоря. О, вверх ногами бегать? Да, прикольно тоже смотрится. Ого, меня сейчас тошнит. Вас меня еще не убили. А мы тебя сейчас найдем, ты не переживай. Хорошо. Все-таки кто-то тут из них ходит. Вот это, наверное, по-любому он. Ребята, идите на крышу, тут чумной. Ой, я убил кого-то. Это был стаканчик. А говорил, тебя не убили. На крышу, да, бежим все? Да, идите все на крышу, тут чумной. Они тут застряли, надо их поудалять. Во. Так. Бежим на крышу все. А, у нас же 10 хп, получается, спрыгнуть с крыши невозможно. Если чумной спрыгнет, он сдохнет, ему смерть. Я стою, все. Где он? Вижу. Все. Живой? Умер.
Да блин, я умер, а он нет, да что такое? Да ну так нечестно. Я его потерял. Вижу, вижу. Ой. Ребята, все за ним, все за ним. Начинается самый большой угар, который все любят. Давай его по жопе. Ой, я не то... Так, так, так. Давай, давай, иди сюда. Так, следующий стиль надо сделать, когда тупо вообще все-все полностью одинаковые скины. Это будет прикольно. Я его тут жду. Слышишь, ты? На, убей его! Ну, блин! Взяли за закрытие. Убили? Или не убили? Разбился. Да, он умер, он умер. Так, сейчас сделаем по-другому. Теперь бомбу ищем. Нет, я сейчас возьму быстрого аниматроника, а вы должны будете все вместе меня поймать, одного. Ой. Так, беру пилпак. Готовы? Да. Да. Ну чё, давай, лови. А, стоп, 10 кп. А, 10 кп, да, сделаю, то сильно много постраще придется делать. Так, ну что, ребята, давайте посмотрим. Да подожди, я... Да я shift, да я shift. Давай еще раз, пожалуйста, Серега. Эта обезьянка, она вонючая, еле бегает. Так, так, так. Надо, главное, что? Петлейшн. О, вот так, отлично получается. Бейте, а я бегу, 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 бегу за вонючую обезьянку. Ля-ля-ля-ля. Да мы друг друга убиваем. Не, монтировка не надо, подсрочникам надо. Так нечестно, монтировка сильно легко машет. Потому что монтировка можно на ходу убивать. Ну, Серега! Подожди, стой, давай другого возьму аниматроника. Да блин, это говно. А, не, не говно, это классный аниматроник. Ну чё, давай, вот сейчас, поймайте меня. Чисто на улице буду. Этого будет посложнее, да, наверное, поймать? Или вообще даже невозможно? Я знаю один способ. Какой? Продемонстрировать? Так ты меня убьешь взрывом! Да. Эй! Я наступил на нее! Аллах Акбар! Не надо, Аллах Акбар! Ну, она всрала. Она всрала, одним тебе повезло. Да подожди, подожди! А, у меня же 1000 хп, что вы меня убиваете? Хорошо, давай возьму другого аниматроника, стойте, который более медленнее. Ой, это сильно быстрый. Во, отлично, Серега, давай, делай мне 10 хп. Вот за этого будет тяжело меня поймать. Так, во, все, давай, лови, лови, лови. Очень большой, но при этом классный аниматроник. Мне так нравится, когда вы меня не можете поймать. А я бегу вокруг столба, потому что я могу... О, я могу тпхаться, больше не буду этого делать. Не... Да ну что вы сегодня хорошо играете все? Хорошо, Серега. Взрывай, как ты это и любишь. Мочи, Гарри Смот. Посмотрим, выдержу 5000 жизней, выдержит или нет. Не, ну что-то не хотят выживать никто. Ого, ты что взорвал-то? Это мента с колой. Если вам понравилась эта рубрика и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте и посмотри следующий ролик. Серега, взрывай.